Хочу вам показать, как я вязала вот такие вот шнурочки при помощи крючка, и у меня два цвета ниточек. Для примера я возьму толстые нитки Yarnart Dolce двух цветов, чтобы было видно, какая ниточка куда идет. Берем два кончика ниток, закрепляем крючок. Для этого мы обводим наш крючок вокруг ниток и в образовавшуюся петлю продеваем две ниточки. Вот у нас образовалась первая петелька. Так, дальше мы распределяем наши ниточки таким образом, чтобы одна нить шла вокруг большого пальца, а другая нить вокруг указательного пальца. Это напоминает нам набор петель на спице. Дальше мы заводим наш крючок под левую нить, а правую в петельки. Повторяем. Обводим и продеваем. Обводим и продеваем. Так, обводим и продеваем, обводим и продеваем, обводим и продеваем, обводим и продеваем. И вяжем на необходимую вам длину такого шнурочка. Вот так он получается. Очень оригинально, красиво и вяжется очень быстро. Когда мы закончим, мы обрезаем вот здесь ниточки и вытягиваем так, чтобы оно как раз закрепилось. Эти кончики можно спрятать внутри шнурка или оставить так на ваше усмотрение.